Восьмиклассник Валера обыграл меня во все игры. И в пляжный бадминтон, и перекидал меня летающей тарелкой. А все потому, что отличник проводит свои идеальные выходные с семьей на природе. Я бы поиграл, мне кажется, лучше в бадминтон. Может быть, в волейбол, покидал бы летающую тарелку, фрисби. Держись, Валера. Часто ездим на качу, на шашлыки или на пикник просто. На остров Татышева любим ходить, потому что здесь можно покататься на велосипедах, на роликах, просто пообщаться с семьей и походить, повеселиться. Но как только я покинул Валеру, он тоже поддался пляжной апатии. Видимо, загордился победой над корреспондентом. У механика Романа есть своя версия, отчего красноярцы не поднимаются с пледа. Сам же он крутит педали даже в последний выходной. Движение – лучший отдых, считает он. Сегодня пляж ног весьма пассивный, то есть надеялись, что будет больше народу, но, видимо, в силу погодных условий. То есть вот имеем то, что имеем. Несколько барышень, то есть да и мы с коллегой. Качаем сердечную мышцу, то есть круг по Татышу, это тоже релаксовый рода. Традиционно пляж – место для загара и купаний. Пасмурная погода и грязная вода смущает только уток. Ни загорать, ни купаться я не настроен, поэтому отправился искать экшен в другое место. И нашел его. На поляне острова Татыша в 5 минутах ходьбы от пляжа красноярцы ведут себя более активно. Здесь и ролики, и велосипеды, и даже открытый тренажерный зал. Жителям и гостям краевой столицы повезло, что в радиусе 500 метров есть места, где можно тихо понежиться на пляже и весело и громко провести выходные.